Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. И сейчас я приехал на курорт Красная Поляна и пойду гулять по селу Эстосадок. Я приехал, вышел на остановке Мегафон, если что, знаете. Это первая, можно сказать, остановка, где начинается курортная зона уже. Мои родные места. Я тут жил целый сезон. И у меня был вид вот на эти горы. Видим, что открылся центр авиации «Солярис». И можно теперь прокатиться по поляне на вертолете. И, друзья, желаю всем приятного просмотра, потому что мы отправляемся, можно сказать, по сердцу курорта. И двигаемся сейчас вот в ту сторону, вглубь. Мимо Красной Арены пройдем, мимо казино, мимо отеля Мариот. Потом начнутся гостиницы, там очень красивая архитектура. Погода прекрасная, видимость хорошая. Я так рад, потому что я переживал, что будет дождь. Поэтому усаживайтесь поудобнее, наливайте чай. И смотрите, какая красота находится в России, и вы можете сюда приехать тоже погулять. Сейчас вы видите Ред-арену. Здесь проходят разные выступления, бои спортивные. Например, Баста приезжал здесь, выступал. Какая погода сказочная просто. Хорошо, что я приехал. Я скажу, что поляна расстраивается. Допустим, в прошлом году вот этих двух зданий не было. А это сейчас два новых здания. И смотрите, раньше. Раньше вот тут вот такие домики стояли. Вот как этот. Этот, я думаю, тоже скоро снесут. Так, уже заходим на территорию казино. Сразу чувствуется эта атмосфера, это богатая атмосфера. Вот эти кустики, все ухожено, подстрижено. Я в казино был очень много раз, сотни. Много раз выигрывал. Даже на Новый год здесь был в этом году. Ну, за 10 минут до 12 вышел и пошел на ратушу. Но сейчас я вообще туда не хочу идти. Вначале у меня был какой-то азарт, сейчас вообще ничего подобного. Не тянет вообще. Сейчас вот просто походить, и то поинтереснее. Восьмого апреля розыгрыш автомобиля.
И смотрите, казино плавно перетекает в отель Мариотт. Вот он переход. И это уже начинается улица Набережная времен года 1. Я смотрю, там даже солнышко вышло. Поэтому я, возможно, сейчас еще пойду в аквапарк, в бассейн купаться, загорать. После того, как сниму видео. Потому что у меня друг работает в аквапарке. Так, сейчас справа будет вход в отель в Мариотт. Я смотрю, там на ресепшене прям аншлаг. И действительно, возможно, это так. Посмотрите, сколько народу. В стране кризис, а в гостинице Мариотт очередь. Хотя вроде и нет кризиса, я не знаю. У нас всегда кризис. На самом деле я считаю, что Россия довольно-таки свободная страна и намного демократичнее многих стран. Я считаю, что у нас очень много свободы. Я ощущаю себя абсолютно свободным. Могу что хочу делать, куда хочу полететь сейчас. Загранник только поменяю сейчас. Так, смотрите, второе казино у нас, значит. Тут сыроварня. Отель Мариотт закончился. И вот такой шикарный вид. Как красиво. Смотрите, солнышко. Сама погода нам благоволит. Высшие силы на нашей стороне, друзья. Так красиво. Сделал несколько фоточек. Это какой-то ресторан новый, сыроварня. Смотрю, там внутри так просторно. С той стороны можно перейти, там аллея, тоже деревья, красивые газоны. Потому что это тоже какой-то отель, возможно, что это продолжение Мариотта. Так, вот вход в казино.
Слева, значит, начинается тут базарчик местный. Сзади у нас вот такой вид. Пойдемте по базарчику пройдемся. По моему мнению, здесь ничего такого особенного, выдающегося нету. Ни китайские, ни заводские, только изделия сделаны руками с любовью. Деревянные какие-то изделия. Вот здесь я как-то сидел в этом кафе Чогоры и пил коктейли. Ура, солнышко вышло. Неожиданно. Слева сейчас находится торгово-развлекательный центр Горки Молл. Справа какие-то апартаменты, наверное, какой-то отель. Это такая основная центральная улица. Похоже на Европу. На Германию, по-моему. Смотрите, если приедете сюда, здесь есть вот такая зона отдыха, можно сказать, куда я сейчас иду, вот за этим зданием. И в этой зоне отдыха можно, ну, много чего поделать. Провести активный отдых, здесь есть скейт-парк, футбольная площадка.
Здесь можно взять в аренду скейт, ролики, покататься. Здесь инструктора находятся. Частенько играл на этой коробке в футбол. Я когда здесь жил, купил себе мяч, кеды. Летом здесь вообще сказка. Вот представьте, лето, тепло. Эти все газоны зелененькие, на них можно отдыхать. Тут на сцене проводятся разные концерты. Тут проводятся турниры по скейту. Ну, это очень интересно. В общем, приходите сюда отдохнуть, почилить. Просто красота. А я предлагаю пройти дальше до подъемников Красная Поляна. Я тут все знаю. Хотите, докажу? Иду доказывать вам. Надеюсь, я не ударю в грязь лицом. Потому что, когда я тут жил, ну, сколько тут? 4 месяца. Я уже тут местный underground весь знать начал. Вот тут ребят, кто тут на скейтах катается, играет в футбол на коробках. Опа! Что, получается? Да. Давай покажи что-нибудь. Сейчас. Это что? Это что, камера? Теперь давай брать. Давай сальто. Это вам надо. Опа! Все, давайте, удачи. Все, пацаны, молодцы.
Можно сюда пройти. Тут на самом деле много интересных улочек есть. Ну как вам было интересно вот это место? То есть если вы будете тут, вы можете туда прийти. Вот видите, эти ребята катаются там. Они бы могли кататься в этом скейт-парке. В общем, надо знать. Я уже местный тут. Все знаю. Открылся ресторан Frag by Basta. От Басты. Можно зайти туда попробовать что-нибудь. Друзья, поставьте мне лайк. Потому что я на это смотрю и понимаю, что это реально интересный контент. Такая фотозона. И мы выходим к подъемникам. К подъемникам Красная Поляна, друзья. Солнышко, сказка. Смотрите, людей достаточно много, желающих подняться. Смотрите, здесь есть остановка, если что. И прям здесь приезжают, останавливаются автобусы. И вы сразу вот так подходите, покупаете билеты. И можете подниматься, наслаждаться. Если интересная информация по билетам, вот, пожалуйста, по скипасам. В общем, жизнь кипит, друзья. Поэтому ждем вас. Берите билеты, приезжайте. Я на этом прощаюсь с вами, друзья. Желаю всем хорошего настроения. Удачи в жизни тоже желаю вам. Головокружительных успехов. Все, подписывайтесь на мой канал, друзья. Всем счастливо.